подписываться на канал и ставь лайк. Найс. Батюшка услышит? Так. Если батюшка услышит, я могу хоть послезавтра вылетать. Она. Завтра с Максом не могу, извиняюсь, подумал. Бля, может реально Капу куда-то отправим? Если он готов. Если я он... Могу, подожди. Я могу помочь, кстати, скинуться бабками. Да там хуйня эти билеты. Подожди, но надо какое-то делать. Противостояние, понял? Надо как будто какое-то противостояние. Вот, давай кто вот надо Капу. Надо, короче, Капу. Мы им даем бабки. Мы им даем бабки. Капу, реально, Капу и руки-базуки. И в конце драка. Так это имба. Капа, заходи, если хочешь. Подожди. Давай ему еще скажем. А че, кстати, может... кто хочет? Вот реально, вот у вот, кого есть доступ. А, у тебя, наверное, нет доступа, да? Ты ж лох, сука. У кого есть доступ, заходите все. Вот реально, а кто хочет, если есть такие. Только смельчаки, с вебкой, да. Да, только с вебкой. Без вебки, вот как без Иван, вебки... минус вайбить вот это. Здорово, пацаны. Блядь. Вот ошибка была, походу. Ошибка была, пиздец. Вот это сейчас минус вайба дал какого некого. Симон! Мы даже не успели поздороваться, кстати. Симон, слышно, на плюс В съебался просто. Нет, вот по сути, вот реально, берем два человека. А в чем заключается, почему два? Ну, какой-то батл, даже можно три. Делаем им задание в какой-то стране, чтобы, смотри, например, им надо прилететь туда, взять, например, какую-то вещь, доехать до какого-то места, сделать, например, фотографию или купить что-то, приехать назад, прилететь в Сербию, например, или что-то отдать и улететь к себе. Ебать, да, был хуйня. Ну как W, C, тут C хуйня. Если на скорость, так мы себе проспойлерим билетами, кто быстрее прилетит. Кстати, да, мы проспойлерим билет. Значит, надо доверенные люди. Значит, надо доверенные люди и им давать им деньги. Да, просто Яру сюда деньги, это типа просто дать деньги, потом ты сидишь, типа нет, нахуй в чатах не появляется, блядь. Уже маме купил стиральную машинку, блядь, и ебет ее там. О, маму или стиралку? Там хуй пойми. Или, блядь, всех подряд нахуй. Блядь, ну, надо доверенные люди. Блядь. Смотри, Капа. Капа доверен. Капа, мы доверяем Капе, чат? Ну, смотря в какую сторону он полетит. Реально, вот просто на рандоме выбираешь, ищешь, блядь, точку, которая далеко, например, от аэропорта. Ему надо туда добраться. И по сути... Ну, он будет снимать контент, он будет какие-то скидывать кружочки. Это можно, ну, показывать аудитории, например, смотреть. И когда он прилетит... Бля, ну, кстати, это пиздец прикольно. Давай скилза отправим, просто он не справится с управлением. Не надо. Куда скилза отправим, нахуй? Не надо. Ну, не надо, ребят. Он там испугается, да, перепугается, нахуй. Он уже до аэропорта не доедет, у него не будет телефонного интернета. Я уже вижу, блядь, с ним догадался, он Лёша уже пишет, довези ты до аэропорта. Не, довезите сразу до страны просто, блядь. Скилз, а ты летел со Стамбула сюда один? Или тебе кто-то помог? Один. Ну ты разобрался, да, там в Стамбуле? Я не помню. Не, не один вроде, или один. Не, но чемоданов было много у меня, и там еще вадины были, блядь. Вряд ли ты был один. Ну, у него, кстати, много чемоданов было, да. Мы его встречали, я помню. Так ты же был, Костян, тоже вроде в тот момент. Не, мы с Вадей поехали. Бля, Капа, ты готов куда угодно вообще полететь? Подожди, Капа, а что у тебя есть? Что у тебя есть? Член. Типа, ну, я могу тебя отправить сейчас в Австралию, чтобы ты паука там взял? И мы назвали его Бодя. Мне кажется, у него везде доступ. Ну да, у Капы везде. Бля, вот Капа в плане этого имба, конечно. А что у него? Ну что, допрыгался, щенок? Ребят, вы кого со своими скинами напугать хотите? Вы что, не слышали про новый режим на CSGO Run? Режим Case Battle уже на сайте. Вступай в равную битву с лучшими бойцами и покажи им, кто тот папа. Или сыграйте со своим другом и выясните уже наконец, у кого больше ствол. Что теперь скажешь? Ребят, вы чего? Быстрее переходи по ссылке в закрепленном комментарии и забирай халявный скин по промокоду. Хватай секретный промокод в Telegram-боте. Капа, как тебя найти? Зашел, пишет. Блять. Погоди. Не заходи только. Ну, бля, каков шанс, что просто Капа это Капа? Алло. Непонятно. Алло. Алло. Алло, здорово, мужики. О, здорово. Блядь, попали, слышь? Здорово, здорово. Здорово, здорово. Чё ты, лётчик? А чё, не, я готов реально. Я за такую движуху, она мне пиздец нравится. Подожди, спасибо. Ну ты готов куда угодно, абсолютно, да?
Да, да, брат, смотри, у меня какая ситуация. Ты в любую страну можешь? Да. Я живу в Европе, у меня так. Вид на жительство австрийский. У меня расширенный Шенген плюс. А хотите, я подключу? Давай, давай, давай. Да, сейчас. Делаешь меня... сейчас? Не-не, я сейчас без костюма. А, у меня Шенген плюс расширенный. Это что, тоже... что значит расширенный? Это шенгенские страны, типа вся Европа. И все так. Страны, которые хотят в Евросоюз вступить. Типа вот такая тема. Ну это не... у меня из-за Шенгена... Так это Шенген минус. Ой, у меня из-за... из-за ВНЖ у меня облегченный, короче, способ получения виз любых. Типа мне так. Любую визу дадут за... типа. 5... Ну кроме американской, да, наверное? Ну американскую, понял, там типа ждать их надо самих. Это я не ну знаю. Да, это Америка долго, да. Вот типа Великобритания, Австралия, вот это мне дадут за 5 дней. Такой. Угу. Вот такая тема. Я вообще не знаю, мне путешествовать очень нравится. Ну типа, смотри, место, ну... мне очень интересно. Ну просто нужно придумать идею, что сделать, понимаешь? По сути. Только нужно ну, придумать давай, или что? Давай аукцион сделай. Ну понял, как в этом, какой-нибудь Warcraft, типа, с тем встретиться, что-то то взять, такие какие-то квесты. Чисто квест, ебать, бля, охуеть, охуеть, ебать, чисто квест. Просто как в Warcraft, дать типу квест, и он, ебать, его проходит, ебануться. Так это ж подожди, охуенно. Подожди, ну а если тебе, например, надо будет летать, ну, 5 дней, ты сможешь летать 5 дней? Да. Если, например, 3 квеста будет, ты сможешь вот просто вот по 10, по 15 часов подряд летать? Да какая проблема, брат, я всю жизнь путешествую, мне вообще только за, только за. Это я могу с мамой полететь. В самолете, балдеешь, это же вообще. Ну как, в экономе ты будешь летать, если что? Не, я рассказывал. Там мне особо не балдеешь. Недавно историю, что-то я последний раз, когда летал из Сербии в Вену в Австрию, у меня ебучий кукурузник был, который чуть не въебался, он летел вот прям над зданиями. Я за жизнь боялся, но я кайфанул, пиздец. Поэтому в этом плане... Я ебанутый, ты если бы у меня кукурузник... Я бы увидел кукурузник, я бы сразу билеты сдал. Из Сербии в Австрию летал. Пачи, а на чем ты летел? Эйр Сербия вонючая, пиздец. Все хорошо, да, вот Эйр Сербия не летаем. Не, в Австрию на кукурузнике точно падал. Не, вообще пиздец. Не, поэтому... Там парашют не выдавали? Это кайф, это... Да я ебал вообще, я заснул. Пачи, ну а мы можем найти вот и... Бля, ну два человека или три человека? Да два как будто хватит. Так как будто уже пять, давай, 10 команду соберем. Да не, я за водой еще приду. Турнир сделаем, 10 человек, кто быстрее всякие там челленджи будет ебашить. Нет, ну смотри. Смотри, причем Том, если мы им сделаем жесткие задания, у них будут долгие перелеты. У них мотивация хорошая. Да, ну просто сделаем типа призовой крупный. Бабки? Глеб кто? Ух ты, какой мальчик. Бачил пропал. А у нас вот Глеб некие поцелуи скидывает. Нормально, это им поможет в получении некоторых виз даже. Это алло. Нормально. Да. Нормально. Не, ну понял, какой-то тоже много народу брать, это что, это с ним не уследить. Ну это факт, если, да. Если прям много, если ну, прям да. Много. Не, ну 3 максимум, 100%. Я тоже думаю 3 максимум, но 3, ну как 3, вот как найти 3 человека? Бля, ты как думаешь, вот Яросу можно доверять, как будто нет? Ну когда? Подожди, лицо... но... Ярос лицо покажет к нему и чеченцы, и все на свете там, ну... Ну, кстати, да. Он же за себя боится, чё он а чё у него с лицом? Не, он не дианонится, понял? Чё у него с лицом? Он будет в маске вот это ходить, пиздел, да? Пока целое ещё. Он на всех на пиздело скрывается, он такой. Ну, Ярику чё, я бы доверил Ярику. Да не, там, в принципе, без проблем, что мы билеты будем оплачивать. Это просто, например, даже если не скидывать бабки, а просто будет чел, который будет платить за билеты. Типа постоянный онлайн, что ты, например, ты кидаешь QR-код, он сканирует, платит за билеты. Все, это типа полная хуйня. Единственное, что нужны, получается, какие-то карманные деньги. Нужно это обговорить сразу. Бля, ну это пиздец вообще, так три человека в какую-то залупу ебаную отправить, охуеть. Ну это смешно, это ну бля, но это ты можешь летать где угодно, например. Ну да, да, то, что понятно. Да. А не все так могут летать. Ну, типа, куда, например, Ярос можешь полететь? В Сургут? Ну, со Стейси поговорить, там зубы не выбьет, и хуйня. Бля, Стейси пиздец. На поляж курортных стран, куда можно всем почти. Ну да, просто тут видишь, тут прикол в том, что, как, вот, а, например, а задание, вот задание, сделать всем одинаковое задание? Ну, сделай пример задания, какое ну, хочешь. А ты хочешь всех в одну страну или в разные? Ну, это вообще...
Ну смотри, просто если в разные, то нужно в разные как делать. То есть нужно понимать, чтобы человек... Если разные страны, то одно задание. А если одна страна, то разные задания. Вот так вот. Ну да, только видишь, просто тут если разные страны, у кого-то, например, может не быть прямого билета. Это уже минус, например. У кого-то будет одна пересадка, у кого-то две пересадки. Потом-то еще... Ну это минус вайп. Ну, например, у тебя со старту будет перелет 14 часов, а у человека 20 часов, понял? Он уже на 6 часов проебывает. А так можно по прилету стартовать, понял сразу? Типа по прилету и все, в одном. Не, надо вот по моменту старта, типа, чтобы мы стартовали в Дискорде. Вот прям вот мы сидим в Дискорде, все, например, все люди сидим, и вот мы прям стартуем, и вот с этого момента начинается, как говорится, вот видишь, Костян уже прибежал откуда-то. По прилету страну уже, типа, прилетели в страну, вот я прилетел первее кого-то, заходим в Дискорд, я, например, там жду, что-то просто сижу, ничего не делаю. Прям в аэропорту сижу 6 часов, мне похуй вообще. И потом погнали. Просто если в одну страну делать, тоже такое, типа, понял? У кого ближе будет, у того уже преимущество. Не факт, конечно, что он выиграет, но все же. Может, вообще надо, чтобы... Только на время сделать. Нет, нет, такое надо, чтобы с одной точки начинали. В ловец, я в АФК. Ёб твою мать, блядь. А кто его может перекинуть? Мы можем им поставить правило, что они, допустим, на одной станции метро в 12 часов. Алло, здорово. А, типа, да, что они, если отправлять, здорово, здорово. Если отправлять их всех в одну страну, то они в какой-то точке должны все встретиться, например. Да, и разбежаться. Нужен третий, например, ну, нам в любом случае нужно три человека, мне кажется. У меня два паспорта, один без виз, могу за свои полететь. Вообще, это прикольно, на самом деле, идея. Ну а типа задания можно... какие должны быть? Например, где-то сфоткаться, что-то забрать, что-то сделать, да. Куда-то доехать, например. И привезти, например, что-то. Да, и привезти. В любом случае, конечная точка, ну, понятное дело, что будет ваш дом, конечная точка, но конечная точка будет, например, в Сербии. Мы вас встретим в аэропорту. Да, да. И понял, чтобы, типа, билеты туда заранее, типа, купить... А билеты в Сербию каждый по готовности покупал. О, ну, так понят... кстати, да, вот да. Ну, да. Понятное дело, что ты будешь готов, ты же не будешь ждать другого человека. Это вообще максимально тупо. Понятное дело, что ты должен, типа, вылетать вот в моменте. За снегом в Антарктиду. Пойди, в Ловис, ты куда можешь летать? Ну, что у тебя? Дефолт. Ну, дефолт. Дефолт, типа, короче, без визы, да? Без визы, да. Куда ты бы от военкомата спрятаться? Короче, подальше бы отсюда, да. Малой, а ты куда? Что ты пишешь там, чудо, блядь? Че? Он никуда не изъявится, конечно. Это про Симикса сейчас? Только в Луцк. Где Малой? Нет, блядь, тот... Симикс может. Просто Малой пишет. У него даже паспорта нет. Это кого? Влад, есть загран реально? Ну, он так его сделать же недолго. Не, долго. В смысле, как это? 10 дней попробуй сделать. Не-не-не, ну ты чё, пиздец? Да не. Как ты живёшь без заграна? Не-не-не, ну как это, бля, 10 дней? Так это пока, типа, всё распланируют, пока чё кого-то... Схуяли распланировать. Три человека сейчас договариваемся. Завтра собираемся в Дискорде. И послезавтра летим. Завтра чемоданы собраны уже у меня. Схуяли? Это просто for fun. Просто for fun. Ну, типа. Вон пишет, anyway, в России месяц. Я бы, конечно, его не доверял, но он не всегда хуйню пишет. Ну, месяц это пиздец, типа. Ну, я за три дня делал, но просто ждал месяц. Просто мало пишет, я с Одессы могу шаурму привезти. У меня мак произошел. Так это как вообще получилось, Хилс? Ну как, блядь? Наебали нахуй мне. Скажи, у тебя волосы начинают расти, аккуратней. У меня? Ну да, вот какая-то вот. Да. Я когда тебя вижу, вот сюда синенькая. Понял тогда. Ну бля, я думаю, три человека найти это супер халява. Просто прикол в заданиях. Что должно быть в задании? Так пусть чат предлагает задание. Ну надо уже думать на начальном задании, да. Я предлагаю, чтобы задания не были простыми, типа ебануто, что просто... Может там сфоткаться с кем-то, типа из какой-то звезды. Простыми, чтобы были, да? Чтобы, чтобы в любом случае ты, например, должен был доехать до, например, какой-то точки и сфоткаться с какой-то залупой, например, понял? Какая-то, например... Да, с извержением вулкана. А, найти... Ждем, пока пойдет вулкан из зла. Типа, хуй знает. Блять, Ярос, без плохих слов только, козел, я тебя сразу выкину нахуй, и одно плохое слово, блять. Сука, ты же все равно никуда не полетишь же, блять, ты ебень. Прикинь его. Бля, у нас сегодня ебанутый медийный подкаст, нахуй. Алло, здорово, ебать. Бля, здорово, ошибка природы. Что ты? Ёбан народ. А куда ты полететь можешь?
Пошел ты нахуй. Да куда? Я сейчас в магаз залетаю уже. За пивом. Вот и закончилось, бля, челленджи нахуй. Какие челленджи, только начинается все. Бля, ну вот, ну вот реально, вот предложите задание. А ты куда встал с кресла, сядь. Сейчас, подожди, я хочу налить. Ярик, а что ты вебку врубай, Ярик, что ты, ну, как не родной-то. На, забирай, забирай вебку. Ярик. Ну вот такая у нас вебка. Ну что вы хотели, ребят? Спасибо, ребят. Чё ты, Костыч, где казино? Где фантики твои? Подрубаем быринг. Пошёл ты нахуй, блядь, завали ебаный. Фантакрут, ебучий, фантакрут. Хуесос ебаный, блядь. Всё, молчи. Тварь ебаная, блядь. Всё, помолчи, помолчи, маленький. Маленький. Папочка на месте. Яс, так у тебя же загран есть, да? Да, имеется. А у тебя есть? А сколько, за сколько ты его делал? А у тебя визы были какие-то когда-нибудь, куда-нибудь? Только если когда я был маленький, и все. Ну, у тебя есть. Сейчас у меня. А визовая, сейчас да? Ты ебать большой, там да? Же, там же и ну, а ты думал. Но что у тебя были какие-то прилеты уже куда-то. Ну, были, были. Я там, я помню, на Кипр летал, что-то такое еще, в Грецию. Нихуя ты. Ебать. А вы что думали, ребят? Я на Кипре не был. Все, ребят, это мой стрим. Батюшки, батюшку кикаем отсюда. Сейчас предлагают. Ну, это хуйня, конечно. Майк! Какой Майк, ты что тут несешь? Как ты его зовешь? Ну, через наушники. Там, а, бля, он наушники. Сейчас он услышит, подпрыгнет. А вот Майк, это скрин, делает... Кипр без виз же, нет? От месяца до трех. Не, ну там какая-то же нужна в любом-то случае. Там вроде какая? По прилету или что-то такое, я не помню. Так тебе просто листик дают. А, ну заебись. Так я со своим туда поеду. С листом? Ну. Ну, лучше. Ну, короче, в любом случае, типа, прилететь в какую-то страну, с чем-то сфоткаться и что-то купить. Ну да, да, да. Либо, например, что-то попробовать. Помню, типа, либо а-ля прилететь, прилететь в Китай и попробовать какую-то, типа... О, словить, словить какую-то рыбу. Ну, типа... А словить... Рыбу какую-то словить. Поймать акулу, допустим. Ну охуеть, ебать! Сидеть. Рыбалка внезапно! Не, блядь. Ты хочешь, чтобы они снимали видос или нет? Ну да, чтобы просто, например, закидывали такие, типа галочка, понял? Да, выполнил, типа, понял? Ну да, на кружок нормальная тема. И отчет будет вести. Да, и кто первый? И в пещере сфоткаться. И по сути у нас даже интрига будет, когда мы будем ждать самолет, который никто же не будет знать, кто летит. Но если вы, блядь, никто не проебется. По сути, люди не будут знать, кто прилетает первый. Например, ну, в любом случае, все будут делать плюс-минус одинаково по времени. Я не думаю, что там будет колоссальная какая-то разница. Это же не делать в одном городе, когда там, типа, минуты. Там, ну, явно будет долго по времени. Коза, я рост точно не справится, как будто. Да ты рот ты свой закрой, нормально не обменяться контактами с местной девушкой. Сфоткаться на фоне самой популярной достопримечательности. Так, провести ночь на улице. 4 купить сувенир в Адосу. Сувенир это, кстати, имба. Да, принести сувенир. Пусть тебе не сувенир обойдёшь. Ну это супер легко, блять. Это кто-то забузит, нахуй в аэропорту купит, блять. Ну это, кстати, факт, да. Да, в аэропорту сейчас купит. Я с Москвы тебе привезу. Я раз просто с Москвы привезет сувенир. Ну, все сразу будет готово. Ну, блять. Ну вот, да, с сувениром это такая. Ну, либо надо. Либо надо, чтобы сувенир, когда покупал, просто чтобы это было типа видеоподтверждение, просто и все. Ага. Чтобы типа видно было, что он купил в стране, блять. А не чел все купит тут в аэропорту в Сербии, нахуй. И просто выйдет, блядь. Вокруг света. Словить белку. Это тоже пиздец. Не, ну это пиздец. Кто быстрее кругосветку ебанет? Это сколько дней? Типа сами маршрут выбираем, понял? Ну, лететь по сути недолго, наверное. Ну, кстати, да, недолго. Ну смотри, куда тебе надо долететь? Хуй знает. Тебе надо... Сначала до Москвы всем, ребят. А там потом уже все. Все дальше перелеты происходят через Москву. Бля, ну кстати, идеальная тема была бы, что вот, например, если было бы 3 человека, реально дать им орел и решку. Типа вот они прилетают, и одному супер мало бабок, а другому просто дохуя бабок. Он просто все, что угодно. Я орел. А третьему безлимит. А третьему... Нет, третий тоже лох ебаный. Только первый, по сути. Просто вот, типа, а кто первый приедет? А, третий оператор, блядь. А ну хотя как мы поймем, кто первый приедет? Типа, это то, кому повезет, кто будет стартовать с ранней точки? GPS-трекер давай поставим на человека. Нет, так ему просто повезет. Ему, по сути, просто повезет. Кто-то будет ближе. А пока Апа будет ближе, у него будет, например, прямой рейс, и все. Все, он выиграл. Я тебе говорю, давай. А если начинать стартовать, когда уже все прилетят? Да, старт по прилету, так лучше как-то сделать. Ну, типа, кто-то кого-то подождет, и все. Вот прилетели, все, и все в аэропорту сидят, ждут, когда все прилетят. Просто было бы прикольно. Блять, что это за хуйня?
Ну, походу, там что-то позорное. Не бай, там клипец. Можно... Там позор, да, вроде? Да, там не пошло чуть. А, блядь, где-то в парке? Да, ну, буквально чуть не пошло. Нормально, ничего страшного, это тоже со всеми бывает. Ну, смотри, это вроде прикольно звучит, что мы стартуем по приезду, но, бля, ну, представь, прикольно, что если мы стартовали прям в Дискорде. То есть, по сути, я, типа, выдвигаем время, и вот там берем 30 минут, так, все обсуждаем. Ну да, просто тут проблема в том, что все добираться будут по разному времени, вот это самое хуёвое. А так было бы классно, что все стартанули именно вот просто вот так вот, прям... Типа, прям сейчас. Пусть они к тебе домой прилетят, серебряные. Да, да, вот все, да, типа, я все уже сразу вылетаю. В аэропорт едут. Куда ты едешь, блядь? В Эквадор? А куда? Ну, охрененно, блядь. Ну стартовать с Дискорда, как будто это пиздец W. Ну это жестко, да. Так у нас чтоб сейчас уже челы стартовали, как будто. Это звучит. Ой, чё, я уже собираю чемодан, блядь. А куда ты, блядь, ты куда не долетишь, нахуй, никуда, как будто. Ну, блядь. Этот ловец сейчас идет, нахуй. Паспорт все делает. Батька, даю гениальную идею. Вы должны будете создать телеграм-канал, где эти три долбоеба будут идти по галочке, ставить, кто быстрее сделает квест по времени. Прикол в том, что отправлять их в одно и то же место, либо в другое место. Нет, а если ты писали, понял, типа, к Вадим. Тебе в Сербию пригнать, и из Сербии, типа, вот ты запускаешь... Ну, как вариант, да, либо с Сербии. А если ты, Вадим, создашь ТГшку, и внезапно будешь какое-то задание, и кто быстрее выполнит это, ебать, галочка, типа, вот такая... Если ты ТГшку создашь, я туда же... Ты бы еще к нему на «вы» обращался. И туда с реферальную ссылочку. Да, нормально. А мам? Не, понял реально, здорово, что, типа, задания онлайн появлялись, типа, и вот эта хуйня, типа, кто спит, кто не спит, у кого какие часа появые. Ой, типа, ну ты понял. Да. И типа от этого все зависит тоже. Начинается со стрижевого, кстати. О, мы, кстати, поехали. Ну, кстати, мы в преимуществе, пока Глеб доедет до туда. А, сосать. Стрижевого? Ладно. А чё мне? Мне сколько? 6 часов я в Москве. Ну, Европа, чё с лицом? Ну, кстати, да. Ну, вот, как раз, батюшка хорош. Бля, ну надо, чтобы у всех были равные шансы, это 100%, потому бля, что... Бля, слушай, я придумал. Ну да. Дискорд давай начинать. То, реально, мне в стрижевой едет, и надо взломать гараж, понял? Мой. Твой? И угнать Нексию. Не-не-не, привезти Нексию, привезти к тебе. Да нет, так, наверное, не получится. Бля, реально, прикинь, арендовать им префайром тачку в этой стране. Все умеют водить, например? Ну, блядь, надо тогда искать у всех, у кого есть права. Ну, они да, это нормально. Нет. Водить умею, прав не... Да, прав... да, да. Права не похуй. Ну, либо в такой... Собираетесь все в Сербии и оттуда уже отправляетесь в прекрасные страны Африки. Ну, бля, реально, либо реально всем покупать билет в Сербию. Назад в Сербию. И что делать? Типа, из Сербии все стартуют. То есть мы, по сути, всех отправляем прям. Это можно и в Сербии челленджи сделать. Но мы, типа, в Сербии садимся, включаем, типа, по сути, реально объясняем все правила, везем в аэропорт троих. Бля, вот просто как будто прикол отправлять в разные страны. Вот, типа, просто да, взять, будто, да. Взять, глянуть билеты, куда лететь, например, там, 10 часов, плюс-минус, 10-11 часов, и все. В любом случае, там, этот час не особо что-то решит, я уверен. Не, пусть они, например, ночью полетают, спят. Либо чтобы они тянули, понял? Типа тянули. Выбрать страны, до которых можно долететь. И чтобы они просто тянули, кому какая страна попадается. Тоже чипсы, нормально, хорошо. Аук на страну, а если сделать, понял, типа, аук на задание какое. Да, пишут, да, мне тоже писали, что аук на задание бы сделать. Топ-3. Ну, пока вы будете лететь, типа, да. Ну, да. Как будто видос, это как будто для Ютуба. Да похуй вообще, поебать вообще на этот Ютуб. Ну, просто правильно. Звучит жестко, но реализовать как будто сложно, пиздец. А помолчи ты вообще тут что делаешь? В любом случае, те, кому надо, они будут все равно за этим следить. Они будут друг другу говорить, а видели, тот там туда уже долетел, а тот туда уже долетел. В любом случае, типа, люди заинтересованные все равно будут. Вот у меня чел гавкает. Тоже говорит, да. Ну. Короче, три разные страны. Ебать. С помощью роддома делятся. Гавкает кто-то. Что за хуйня? Это я. Ну, бля, в Сербии как будто прикольно. Это все, замолчи, все, потише, маленький. Вдох, выдох. Надо идеально обдумать, потому что если, типа, до конца что-то не додумать, будет вот этот ебаный минус вайп, что кто-то начнет ныть, типа, бля, у этого намного проще, типа, блядь, ему супер легко сделать. Да мне кажется, так никто не будет. Нет, чат будет, а чат будет писать. Чат. Да, по-любому. Не, я в лове с этого тушить буду.
Бля, я по сути даже мог бы на бетке сделать этот, слышь? Ставки? Да, линию. О, нормас. В итоге через неделю в новостях читаем. Надеюсь, Ерос её ебёт. 130-летний мужик. А, ну естественно, когда не Ерос, никогда не Ерос, да? Одного сожрал крокодил, второго застрелили в гетто, третий потерялся. Не, типа на бумаге все охуенно звучит. Да, просто надо самое главное придумать, как это показывать, типа, людям. Типа, чтобы это, понимаешь, именно прям было, что... Надо знать человека, который ответственно ко всему относится. Да не, да, и не проблема, чтобы стримить, чтобы записывать там вот эти все челленджи, типа, чтобы их было, например, там штук 5, и чел записывал каждый раз, типа, вот я выполнял это, выполнял это, выполнил это. Но, блядь, ты же понимаешь, что это же не как в видосах, типа, все тема, что все договорное. В любом случае, у одного может быть выполнено 2 задания, у другого 5, и это же чел уже летит в Сербию, понимаешь? Угу. Типа, может быть, даже так. Ну, значит, он победил. Пока. Ну да, только я просто это для людей не будет, типа, понял, чем-то таким. Что? Вон тебе спамят прочитать. Если хочешь. Да. Не везде же интернет. Ты можешь сделать определенный канал и поставить его на сервер, а все участники через призм смогут выводить стрим на сцену. 3 камеры постоянно на стриме. Бля, ну как будто 3 раза... Прям фулл время стримить, как будто сложно будет, нет? Ну да, это очень тяжело для восприятия именно. И лагача будет, непонятно, куда они полетят, понимаешь? Ну да. Просто проблему 3 стрима смотреть сразу, это хз. Если даже если они, да, если они даже будут в куче. Я тут спрашивал, блядь. Да, блядь, я тут как бы главный. Ответственный. Я тут самый, да. Я идеи придумаю, а ты что тут делаешь? Вот со осьминогшкой поиграй пока что. Бля, что я сейчас читаю? Просто пиздец. Что там? Стендов пишет, видишь, вообще никакое. 3 стрима сразу имба пойдет, пишет. Ну типа, это канал будет играть. Ну это спамит уже весь стрим, что? Кто первый? Артём 40 ку. Так, неожиданный привет. Внезапный привет, Артём 40. Ребята, просите привет у Косточа каждому передать. Конечно, водка. А что же мы делать еще? Прям чел лайт, ты что за хуйня? Что там, напали нас, блядь? Не, ну типа, если так запариться, то можно хоть 24 часа стрим хуярить, типа, каждый день. Да, если, типа, канал будет на серваке, то кто-то должен запустить сервака и все, и можно выводить. Здорово, брат. Здоровайся с тобой. Здорово, здорово. Давай, продолжай, продолжай. Здорово, вроде Малик не поздоровался, но похуй. Просто продолжай, продолжай. Всем привет, и все будет гуч. Ну это нет, так, нет, нет. Так и уже обесценивается. Читай, хоть, читай, да, читай. Да пошел ты нахуй, я рос, блядь, давай читай со мной. Алло, Вася. Вася. Бля, ну прикольно, пиздец, конечно. Да, путешествие потащит. Ты понял, как был раньше канал, типа, ГТР, где девочки по очереди стримили? Тоже, типа, один канал. Я помню. Где мы по очереди запускаем. По расписанию. А если вас забанят, это меня забанят, нахуй, или кого, блядь? Не-не, ты причём? А за что? И подожди, а день не стримить будет вообще, это за че будет? На кике. На кике Костина, ох, вообще. Ну, пизда ему. Может, на кике Ваде? А у него нету. Как нету? Там скоро будет бурда, пацаны. Было, там бурда была уже. Бля, вот вроде с Сербии прикольно стартовать, а вроде не прикольно. Вроде с ДС прикольно стартовать. Надо что-то связанное с вулканом сделать. Не, надо, чтобы честно было. О, вулкан. Вулкан прыгнул. Может, на Эльбрус кто первый заберет сразу? Мне кажется, надо, чтобы в одну страну летели. Там хотя бы честность будет. По челленджу. Нет, нужно это все снять. Это все изи. С телефонов даже. В общем, я, если что, могу идеи подкинуть, либо помочь организовать. Похуй, тебе найти надо будет его. Ярел интереснее, чем видосы снимать. Ну да, но только как это показывать? Ну да, либо каждый просто будет стримить. Фулл тайм. А чё плохого в этом? Чтобы они отдельно стримили на своих каналах или давали вебку куда-то? Ну либо на своих каналах, да, просто. Можем взять канал... Берете Африку, Кейптаун, какой-нибудь, Южная Аргентина, например, Азия и Вьетнам. Все можно по 20 часов найти периоды примерно одинаковые. Самое сложное задание. Ну, типа, а что мешает, например, типа, мне прилететь и запустить 24 часа? Ну, тебе ничего не мешает, да, тебе вообще ничего не мешает. Ты плюс стримишь. А кому что-то мешает? Не, типа, вот что всем? Ну, вон сидел без паспорта вообще. Ну, это... Я рос? Какое? У меня все есть. Без лица, да, лицо не проблема. А, не, а вообще есть вариант, типа, быстро получить паспорт? А, украсть? Вариант всегда есть.
Ну вот, я про это и говорю, типа. Мне очень тебе понравится просто. Как то? Поговорим с тобой потом. Ты можешь взять пасту с коза, побриться на лысо, блядь, и все. Охуенно. Короче, надо просто как будто, чтобы кто-то или додумал, или как это хуй знает. Ну, конечно, не хочется на кого-то прям перекладывать. Не, надо просто думать. Да, просто чтобы понаписывали какие-то идеи, типа, и выбрать вот прям самую идеальную, и все. Нужен дум. Кто мне врет, сегодня виделись. Че? Да изи, я сам пиздец. Ну да, ну по сути из сидящих в дискорде только ты можешь прилететь куда угодно. Да, этого нет паспорта, Ярос это вообще, сука. Чего? А, тебе же нужен водос, типы, которым привет. Ты более-менее доверяешь, можешь да? предложить один идею для ролика TikTok? Ну, если я бы покажу. Ты был начинающим стримером, Ярос, и набирал аудиторию. Тебе пилует? Ярос, я бы тебе не доверял. Был начинающим стримером. Привет, можешь предложить одну идею для ролика TikTok, если бы ты был начинающим стримером и набирал аудиторию? О, блядь. TikTok здорово, кстати. Да можешь прям нас вот так заснять просто и выложить. Вот так, фоткой. Не знаю, но я бы научился делать сальто плюс-минус первое. Двойное. Сделай сальто просто реально. У меня что, должно быть все легкое, блядь? Пусть делает сальто. Сайфер ДС. А где Сайфер, блядь? Да. Сайфер это кто? Это в Америке, блядь, который сука ест. Да, да, да. Ест еду людей, блядь. Да, это в мусорках лазит. А Сайфер не понял, а понял? Он же в Америке не очень легально. А, да, кстати. Может, обратно не сможет. Он же так тоже. Охуеть, челленджа поучаствовать не сможет заехать. А он через вот эту, да, через тюрьму, типа. Через Мексику. Да. Он может выйдет, понял? Ему прям на границе на выезде в Америке, типа штамп въебут, типа, все, не возвращайся. Ну, зато контент. Ну, нормально, на родину вернется, мальчик. Все правильно, поехали. Нефигу там делать. Это подкаст, кстати, кто не понял. Ну, естественно. Да похуй вообще, если честно. Это ТТ. Короче, надо просто додумать идею. Бля, ну как будто звучит пиздец прикольно. Звучит на бумаге охуенно. Не, ну давайте челленджи тогда обсуждать уже. Ярос, не хочешь предложить что-нибудь? Так ну, вот, Серёна написал, он тоже. Я готов полететь куда угодно, хоть завтра, за грани, права, есть только без виз. Ну ты ж, вот тоже без виз, вроде да. Типа похуй, но это пиздец как так убирает без... огромное количество стран. Ну да. Ну так вроде там где-то 140, да, стран без виз для России? А, да, 350 нахуй. Ну реально же, не, реально дохуя стран. Ну из 200 у тебя 140 без виз, да? Нет, без виз нахуя стран. Ладно, лучше помолчал, ты пиздец, сейчас опозорился. Сколько стран? 200? Сколько стран? Можно отправить всех в Азию и купить у проезжих мопед, к примеру. Смотря кто что признает. Ну да. Ну, что, я не прав? И что, я не прав? Да не, у тебя не так много. Ну сколько у РФ паспорта сейчас без виз? Ну, ой, там же там шлик стримил, там понял, смотрел. Понял, если хочешь, я сайт скину, можно посмотреть. Там есть прям сайт, посмотри, что скину. 77 пишет. 77, на 140. Хорошо, если... Блядь, ну что тебя посчиталось, блядь? А вот кто 0 пишет, это придурки какие-то, Биг не шарят. Бигбой Абудави. Якадзе провело на капу и в лоб. 117 пишет. Заберу это твою секунду. О, это за секунду кинулось. Да там ничего нет, Вайт, там ничего нет. Он просто этот клип переименовывает, постоянно всем кидает в чат, блядь. Тупоголовый, ну так 117. Это дабл тем. Ну вот, 117, ну это дохуя. Ну, кстати, да, это дохуя. И 117. Просто по Америке, по Африке кататься. Можно дискорд тебе скинуть, сайт? Подожди, надо добавиться. Давай. Добавил. Ну, давай. Бля, ну 117, это, кстати, дохуя. Благо, у меня есть паспорт, куда виза не требуется, у меня еще второе гражданство есть укр. Ну что началось там? Нет, ну тут все равно вы должны понимать, что нужно человеку доверять, чтобы скидывать ему бабки. Я тебе скинул, Я бы ей доверился. Придурки, сука. Сори. Что ты, типа, скидываешь деньги чулу, он просто тебе отвечает через неделю и все. Смотрите, скинул сайт, там показываются страны. Вот я думаю. Типа, для паспорта. А меня берешь? А меня. А какого числа, кстати, роллин с раком отыграл? С 5 до 7. 5 до 7, да. Но безвизовый режим 7-7. Визы по прибытию 43. Батя, чат читаем. Всё. Батя, чат читаем. Что-то в чате, блядь, непонятно. Чат, говорит, читай. Понятно. Чё ты улыбаешься? Ты долбоёб, заткни своё ебало нахуй. Охуенно, блядь. Я смотрю. Я тоже берём. Ну, маловато, конечно. Расширим. Да ладно, давай одного капа отправимся, он нам контента завезет. Я могу за свои полететь, если нужно.
Бля, надо как бы, чтобы кто-то расписал, знаешь, прям идеально, как это выглядит. Я займусь этим вопросом. Завтра будет все готово, ожидай. Не, капа, конечно, прикольно. Да, кто быстрее до Владивостока. Капе там прям челлендж можно сделать на неделю, нахуй, как будто. Да, да. Я понял, можно какую-то... Бля, не знаю, короче, можно хоть меня хоть завтра отправить, а остальные пусть потягивают. Баланс три страны равное расстояние. Так у тебя и так по три задания до 100 примечательность, это фото, условно, сувенир топовый, что символизирует страну. Глеб, это может быть тестовый вариант. В центре типа, кофе с десертом, типа, с геолокацией. Протестить, а потом уже типа... Отчет каждый бам-бам. Один час в ТГ. Не, бля, если ну, хавать, да. Это не кофе с десертом, явно национальное блюдо какое-то. Охренеть. Да, нихуя себе кофе с десертом похавать в стране. Давай в Швецию поеду с рестрейвинга похавать. Понял, на еду прям супер мало денег выделяет, чтобы, типа, я, например, шел там... Ты рыбу любишь? Там, локального там чела брал еду. Чтобы мне прям в Индии какой-нибудь на полу там какую-то хавку делали. Охуенно, бля, заебись. О, ногами лепили. Ты отравишься, потом все будут меня хуй сосить, ну, заебись. Не, в пределах разумного. Мне кажется, в Индии на полу еду все-таки не делают. Откроем точку. Серестремик на нашем ты поел. Знаешь, что такое серестремик? Такая рыба вонючая. Да, это вообще пиздец. Это W. Это, ну, сделать 10 заданий за каждое плюс балл. Сделать 10 заданий за каждое плюс балл. Ну, здесь тому, как будто много, нет? Прилетит плюс баллы, но несколько. Ну, так вот... будет интерес сделать больше заданий и быстрее прилететь. У кого больше, тот выиграл. Просто чел будет неделю нахуй задания делать, блядь. Ну это понял, типа, чем больше заданий, это уже... Какие задания, если там будет задание, там одно из заданий, там, в метро съездить? А задания, я понял, по всей стране будут раскиданы или в одном городе просто? Ну, как будто вот прикольно было по всей стране, чтобы чел, да, передвигался прям... на транспорте. Да, да, понял, прям на поезд, ну, страну, сел, да, какой-то там, блядь. А тут уже прикол, типа, чем больше заданий... Ебать, а ты, мы можем в Google Maps просто полазить. Ну да, да, да. Типа точки, например, какие-то, да, да, прикольные точки, чтобы чел, например, мы находим кафешку, чтобы он там, например, побывал. Находим какую-то точку дальнюю, чтобы он там, например, сфоткался. Чтобы что-то нам купил. Ну да-да-да, согласен. Бля, вот, вот этот, блядь, подпиздишь нахуй. Что там пиздит, блядь? За кому? Костас, про тебя речь. Уверен? Да-да-да. Повтори. Чё, ты подпиздишь? А как тебя зовут? Носатый. Спасибо, Ярик, что вернулся. Скучал. Ярос. Да я тоже, блядь. Ну. Короче, что делаем с темой? Надо какой-то итог подвести. Короче, добиваем правила. Да мы могли бы с Капой просто попробовать, чисто даже с одним сделать это. Чисто да, для теста. Да, ну да, ну Капа просто уже на мотивации, там сверху чел без паспорта. Чисто сделать, с Капой, а потом сделать уже с тремя, например. Брат, называй страну, прям сейчас, все, я вылетаю. Прям сейчас. Бля, ебать это жестко, нахуй. Вот прям сейчас, поехали. Ну ты жестко, в Африку отправляй его куда-то. Вот прям, вообще похуй. Подожди, но он в Африку не доедет же. Доедет. Вот прямо сейчас поехали, в любую. Куда могу? Ну, вот предлагает вариант. Я, кстати, тоже за. А Бразилия это же без виз, да, вообще? Бангладеш его отправишь, чтобы он обследовал территорию перед пацанами. Да там. Да не-не-не. Там уже заболел один, нахуй, все уже, блядь. Не поедет, да, никто? А сколько до Аргентины лететь? Да хуя. Пусть знает. Ах, кстати. Они вылетают в страны. По прилету ты запускаешь стрим и вместе с ними делаете аук на задание. Когда задание определено, ты даешь отмашку на старт, и они одновременно... Кстати, прикольно. Вот это прикольно. Мы наблюдаем. Смотри, они вылетают в страну, по прилету ты запускаешь стрим, и мы делаем с ними аук на задание. Когда задание определено, ты даешь отмашку на старт, и они одновременно запускают свои стримы. Мы наблюдаем. Кстати, это прикольно. Да, это по факту даже тем, кто будет участвовать, ебанутый даже фейма даст. Ну, плюс-минус. Какие-то цифры. Им даже не обязательно на стриме запускать, им в Дискорд просто зайти, когда ты стримишь. Не-не-не-не-не. Ну, блядь, я не буду стримить больше, чем часа два, нахуй, ты чё? Ебать, ты жёсткий стример. Го прям сейчас аук на страну, сколько задонит, все капи. И он на неделю выживает. Ну, нахуй на неделю. Да ему хуйню какую-то по-любому сделают. Я только сам. Просто сейчас один донат Игра прилетит. Игра на утро просто какой-то чикс. Один донат прилетит. А что за задание? Задание выебать Люка и кончить на неё. Не, ну это Глеб справится. Потом смотрим, у кого быстрее родится ребёнок. Ёлка. Нихуя сейчас. Это перспектива на будущее. Помогать надо будет. Не, но если мы будем делать аук... Это надо, типа, определенный стрим, не прям сейчас. Типа, это было бы странно, блядь, аук запускать. На страны подготовить. Да. Ну, капы до хуя стран. Ну, да. Я говорю, я так что-то этой идеей загорелся. Я прям вот да, капы... Глаза, да, где-то 150 стран плюс-минус.
Да, да, у меня много. Отпуск, а какие-то Филиппины летит. Прям сейчас? Ну да. Ну это типа настолько вот, типа, мне это запало. Ну и так, это я так условно говорю. Типа, мне вообще. Ты готов завтра вылетать? Хоть час, через час, буквально, меня нет. Че, ебашь? Через час реально дует. Да, ебашь. Подожди, ну у нас только капа, если что. Только капа может быть. Да. Короче, пакуй чемоданы, пока мы сейчас решимся. А чё мне паковать трусы? Взял, а там все стирки у меня. Трусы рекованцы, кофта Балисяга. Трусы купишь по пути, блядь. Йо, запускаю аукцион. Ну похуй, давайте. Делаем капи аукцион, отправляем его завтра, блядь, в какую-то страну. Похуй, давайте. Найс капи контент, наконец, на канал, блядь. Ладно, похуй, давайте. Бля, ну мне на сайт, чтоб скинули это с аукционом ебаным. Бля, ебаси кап. Ты ж понимаешь, куда сейчас лететь будешь? Да, типа, ты ж в хуйню полную лететь будешь. Брат, мне поебать. Найс. Сейчас я позволю контент поставить. Ты сейчас Костян закинет на Сербию 200к. Ну, блядь, Сербия. Отдохнем, побухаем. Я бы Росу закинул, чтобы сюда приехал, чтобы я его, блядь, бочковый ебал. Понял, тварь? Посмотрим, по кого еще, блядь. Я тоже готов вылетать. Это парень крепкий, здоровый. Конечно, блядь, по голосу слышно, что ты там, блядь, еще мамину кашу не доел с утра, блядь. Блядь, бать, хуей. Ну все, закончили. Семикс. Все, без батюшки как мы. Все, мы разговариваем. Задание найти фриков из подкаста. Ну и бонус балл на Лирию привезти. Семикса бабушка, мама. Там да, все. Мама спит. Вот такая тема у нас. Ну, сайт. Надо понять, сколько стран. Бля, ну у тебя ж пиздец стран, реально. Просто пиздец. Так. У тебя очень много... Давайте в личку. Тебя... Давай в личку. Давай. Вот, у тебя стран штук 150. Правильно я понимаю? Плюс-минус. Ну, много-много. Да, где-то 150-160 стран точно есть. Если полковник, ты здравствуйте. Шенгеном. Шенген. Где ты видишь полковника? В чате. Ебать, здорово. Полковник, мы отправляем капу куда-то просто нахуй сейчас. Так, подожди. Ты же понимаешь, что конечная точка по-любому будет Сербия. Тебе надо будет по-любому что-то купить. Ты мне это час от дома, Сербия. Че мне? О, кстати. А, ты подожди, ты в Вене живешь? Да. Сколько задонатит? Ты докидываешь столько же. Вадим, я тебя в ДС скинул. Сколько задонатит, ты докидываешь столько же? Подожди, если вы сейчас ебанетесь и закинете 500к, а мне ему 500к, он на ляму ну, шиковать ну. будет, нахуй. Ну, кайфовать, хули. Не, я экономить буду, брат, пиздец, честно. Нихуя себе на лям неделю жить, вы че ебанулись? Я экономить буду, я деньги отложу. Я отложу деньги. В смысле, мы их заберем? Предлагаю так, что все бабки, которые будут в аукционе, все отдаем, типа, ему. Ну да, так и надо. Ты мне скинул? Подожди. Да, я тебе в ЛСДС скинул. Ладно, а ты на что их потратишь, если не потратишь на поездки? Я? Да. На суд, брат. У меня судимость есть. У меня 30 июля суд. По поводу чего? Ну, вкратце расскажу. Бабку на самокате сбил. С девушкой искали квартиру. Это вкратце, да? Обманули, короче, по контракту. Вы обманули? Обманули по контракту на квартиру. Девушка уехала. Все на меня скинулось. И там, типа, короче, если что, там получилось... Как обычно девушка виновата. Якобы мы жили в квартире, которую я никогда, типа, не видел, в которую, типа, я не заходил, и я ничего не подписывал. И вот у меня сейчас суд горит 30 июля. Ну, у тебя фотки есть, что ты там жил до этого? Нет, я там не был никогда. Я там никогда не был, понимаешь? Просто суд мне за то, что я хотел с девушкой жить в квартире. И якобы я там жил полгода. Мне пришел счет, якобы я там жил полгода. А девушка увидела суд и из страны уехала. Правильно. Вот такая поддержка. Вот заебись. Надейтесь. И типа вот я сегодня, вот мне сегодня пришло извещение. Сколько нам надо платить? Вот прям сегодня мне пришло извещение. 30 июля суд. Я там должен быть. Девушка сказала, она не приедет. Интересно, почему? И вот так. И мне адвокат говорит, типа, если проиграете дело, то с нее, типа, нечего взять, а все на меня. 100% все. Ну, ты вроде бывал миллиардер. Ты еще тоже уезжаешь, получается? А кто на суд пойдет? Он говорит, да я хоть через час уебу уже. Ну меня через месяц. Да нет, да чё? Ну я пойду защищусь, наверное, не знаю. Чё мне, остается? Так. Ну да. Что нам надо добавить? Нам надо добавить только Donation Alert и все, правильно? Сколько мы по времени делаем? 30 минут норм, чат?
Да, да. Норм, норм. Так, ну получается, смотрите, мы начинаем стартовать прямо с Дискорда. Понимаете, то есть вот именно прямо сейчас, когда выиграть, бля, это пиздец. Бля, это охуенно. Бля, это просто пиздец, если честно, бля. Просто человек какой-то пиздалю, бля. 45 минут долго, это как будто для аукциона, нет? 30 минут. Ну 45 все просят, не знаю почему. 30 минут нормально, нет? Сейчас просто 45, ну окей. Да, ты можешь потом продлить просто. Да. Первый донат, зашибись. Таймер идет. Ну все, мы типа мы запустили. Тратьте свои деньги. Это если что, все идет капе. Мне вообще поебать. Да, прям все мне. Ну да, все, что с этого аукциона, все тебе. Это мне. Это все тебе. Так что можешь уговорить Костыча. Ну, пока денег нормально закинули. Ну, я думаю, куда закинуть. У тебя... 49-10. Вот, 10, на 249 рублей. Ты летишь. На Москву? Ну. А чем мне в Москве делать? Капа, по какой ревке зарён? О. Братан, у меня давно-давно свои были аккаунты. Подожди. Я сегодня смотрел по себе. Ты всё прыгал. Я грустил. Я радовался. Ты кричал, а мапки, мапки есть? Да-да-да-да. Просто стрижки у тебя. Ну вот, пускай так и до конца остается, не донайте. Я бы на твоем месте сейчас бы просто вебку выключил и съебался нахуй. Слышь, а нормально пока летим? Нормально. Именно летим, именно летим. Зашибись, летим. А там, мне кажется, меня то не пустят. И меня ни в Сирию, ни в Ирак. Я, конечно, не знаю. Да, нормально. Самое главное, чтобы не убили. Да это нормально. У меня в Сирии там есть кенты. Ну а как это? Кто? Ну, я могу там, сказать, там кто, свои, какие люди. Там кенты есть. Ну, конечно, там свои. Только я где-то читал, типа, вот, что в Ираке и Иране нельзя снимать на камеру ничего. Ну, есть такие моменты. Типа, за это руки отрубают. Ну, а ты это, скрытая камера. В трусах телефон и заебись. Да, да, да. Не, это можно? Костян, что, скидываемся тогда на этот? Я хуй знает. Мне потом самому суд по голову будет идти, блядь. Блядь, тоже верно. Бля, капка будто пиздец. Блять, охуеть, странно. Не, я говорю, у меня мама охуеет. Что? Мама. Я позвоню, скажу, мам, я в это. Пау. Она говорит, ебать ты. Да ты лучше не говори. Маму тоже в Ирак. Ладно, что у нас есть? Подожди, а почему у нас? Она говорит, пока из этих стран, что тебе больше всего нравится? Из-за этих? Пози, я просто не понимаю, что добавлять. Типа, тут какой-то вопрос. Тут какой-то вопрос, понял? Тут. Пози, это Корея, правильно я понимаю? Вот этот вариант, это Корея. А в Северную Корею можно заезжать? Ну, конечно, там все. Там для всех. Так, аккуратно, долбоёб. Вот, аккуратно только. Аккуратно, конечно, когда не аккуратно. Ой, Жевск, это я уже подлечу. Нормально, Глеб, делаем. Я не знаю, что здесь добавлять, бля, это пиздец. Надо какие-то хотя бы минимальные правила. Ух ты там. О-о-о. Вот тут хороший вариант. Блядь, что за... Это экстремальный, я бы сказал бы. Узбекистан? Не в Афганистане опиумом ебашиться, это фига. Ебать, не сейчас подлезал-то. Блядь, что здесь добавлять? Я не знаю, что добавлять. Не, слышь, Глеб, ты походу по России летишь, и я к тебе подлетаю, нормально. Никогда в Дубае не было тоже такого. Придурок, ты свой список видишь вообще, какие нахуй Дубаи, блядь. Ты еще скажи, Мальдивы, Бали, да? Что такое? Бля, вот это что? Бля, дай хоть посмотрю, что я добавляю. Подожди, сейчас я пока буду добавлять. Ой, что это, блядь? Я даже не знаю, что это. А ну, карта. Вот это ладно, слышишь, нормально. Вот это нормально. Где она? Еще проверить. А, ну вот это нормально. Возле Таиланда нормально. Слушай, даже выглядит неплохо. Ну, если сравнивать с Бангладешем, так... Неплохо выглядит.
Фу, так, подожди, ладно. Так, нам надо... Нам надо какое-то правило. Да, так, где бы, нет, где нет конфликтов только, нам самое главное. Тогда еще... Заткнись нахуй. Тогда это не где, блядь. Нет, я хотел сказать, какие чисто страны надо вычеркивать. Тут есть, а что ж такое, вот это, что, вот как вот это писать? Таиланд. Окей, Таиланд. Вот это челлендж, иди нахуй с этим челленджем. Сас, погоди. Летим, сидим. Я не знаю, можно в Корею лететь вообще просто? Нельзя в Северную Корею. Тебя не пустят. В Южную можно, 100%. В Южную, да, в Северную тебя не пустят. Северную, что это, блядь? Бля, что это? Где это? Я просто не понимаю. Острова. А задание это в итоге как? Кат выбирает? Ну это мы сейчас уже придумаем, или подожди. Или придумать надо на ходу. Сейчас. Что это, блядь? Что это за хуйня вообще, брат? Это какая-то точка, блядь. Просто точка в воде, блядь. Блядь, что это нахуй? Я не знаю, он туда долетит вообще? Доплывет. Нормально. Ёб твою мать, шуму дадим. Сейчас дам шуму тебе. Азербайджан, Баку. По дороге. Ёб твою мать, блядь. Кишинёв, блядь. Ну, тоже, да, будет точка. Так, много тут надо... Сейчас, подожди, надо поотметать, слышишь? Там лизал десятка, батечка. Что это такое, блядь? Ох, увидел один вариант. Ай, блядь, что это, нахуй? Ещё смешно, у меня демки нету, я на стриме смотрю, так просто там по два слова. Что это? Тут какой-то просто... Тут какой-то просто вулкан, блядь. Вот вулкан дабл и надо делать. Нет, я просто не буду, сразу смотрите, я вам не открываю, буду, я вам открываю. Я вам открываю, если что, ну, просто вот, вот человек задает вот это. Что это? Смотри, какой-то просто вулкан, блядь. Так нормас, оттуда стримим. Ну что, так ебать оцену, ты смотри, сколько. Блядь. Что это, блядь, такое? А как тут можно добраться? Никак, скорее всего. Смотри, сколько отзывов даже. Кристиан Дакунья. А, ну, кстати, реально. Не, Куни норм тема. Бля, а кстати, 800 отзывов, слышь? Короче, летишь. А я смотрел, это было в мастерской. У парня как дела? Так, Северная Корея нельзя, правильно? Ну, короче, нельзя, да. Переведи на Южную сразу. Там, ну, если даже он как-то, каким-то образом там окажется, он если что-то будет снимать, то его сразу там в тюрьму повешут, а все остальное. Кажется, а мне кажется, нормально. Новая Зеландия. Кстати, это как будто звучит норм. Новая Зеландия, как будто даже прям кайф лететь тебе, слышишь? Звучит, норм, шик... но визу надо делать мне. Ну, в Зеландии, да, это халява, чё? Ну, а сколько визу надо делать? Ну, 5 дней примерно. Ну, так 5 дней вообще полная хуйня. 5 дней нормально. Если Новая Зеландия выпадет. Есть такие страны, где надо визу... Подожди, Южная Корея это норм, да? Туда можно. Южная норм, да, Южная. Южная Корея норм. Южную ярость. Что это ты... Что это такое? А что вы пишете за название? Вы хотя бы... Что это такое? Просто какая-то точка. Бля, вы ищете просто точки в море. Я, конечно, понимаю, что тут рядом Париж и Лондон. Банана, блядь. Просто посмотрите, где это находится, если что, блядь. Вот, вот тут, нахуй. Там еще и Польша слева снизу, смотри. Посмотрите. Да, а как они так собрали все вместе? Я тоже не понимаю, блядь. Там злой живет. Польша, Париж, Лондон. И банана, блядь. Что это вообще? Зашибись, он и в Англии побывает, еще и в Франции. Нет, подожди, если что, сюда билет стоит 700 тысяч. Это... Пойдет. Это прямой? Нет, да, прямой! Он так смены, блядь, летит прям сразу, нахуй. Вот, смотри, ему добираться... Два дня пересадка, да. Добираться сюда один день, 9 часов. Просто три пересадки. Мэл! Это через Дубай. Через Дубай. О, нормально, как раз отдохнешь. Блять. Это эконом 700 кг, ебать. Если дешевле будет, Саша, экономный билетик. Будет прибалдеть. Надеюсь, да. Берёмся. Может, будем просто добавлять, что делать? Ну, хороший вариантик, можно и оставить. Добавлять всё, если хуйня выпадет, рерол, блять. Тверто-Рико. Это, кстати, косточки. В Бермудском треугольнике, в каком Бермудском треугольнике, блять. Так это нормально. Я не знаю, что это они пишут. Ну,
Бангладеш окей, отправим его тоже к фрикам туда. И там 100 тысяч населения в этом. Yeah. На этом острове нормально. На Кирибати. Как? Я не знаю, как он туда будет. Ну там 700, вы понимаете, что 700 тысяч стоит билет? Не, смогла, чтобы нормально что-то было интересное. Не, да. Не, клянусь, если есть возможность туда добраться, именно по документам, остальное, вот мне лично поебать. По документам могу. Ну вот это, ну это что, туда ты не можешь добраться. Тегеран, ты же не можешь. Тегеран? Угу. Это Иран. Угу. Могу. Написано, можно. Можно? Можно, можно. Написано, можно. Хорошо, блин, конечно, можно. Роса, блядь. Хорошего полета. Трансформеры, да, они же в этом, в Таиланде. Ну а какая это разница? Они везде есть. Везде? Ну. Вот очко. Ну да, вот я рос пример. В прямом смысле. Ну, конечно. Ну, Ярик разбирается, что сказать. Что типа делать? Я расую по себе. Ну, ты, блядь, хавай свои котлеты или что ты делаешь. Хорошо получалось. Приятного аппетита, Костыч. Не слышу. Костян, кушай, кушай. Спасибо, пойдем. Охренеть, подсосы, блядь. Я вот думаю, куда тебя закинуть. Ой, блядь. Закинь куда-то в Африку его. Бля, вы пишете такие названия, которые мне приходится чекать, блядь. Ну это просто пиздец. Мне... Они города пишут? Может, надо было страны лучше писать? Они же могут любую хуйню написать, ты поверишь, что это страна настоящая. Да, лучше бы страны писали, а там бы в столицу страны. Да, реально, а чего вы не пишете страны просто? Просто пишите страны, так проще будет. Вот-вот. Просто отдельно города, это как-то тяжело смотреть. Забрать. Шо это, блядь? А, это вот это, сукарафан ебало, блядь, какое-то, нахуй. Ну это пиздец, вот это реально пиздец. Но чтобы вы понимали, бля, билет туда стоит 700 тысяч, и улететь ему оттуда 700 тысяч. Это просто он, по сути, проведет в самолете 1.5 ляма, только туда ему добраться, вы понимаете? Mm-hmm. Ну, вернуться. Куда-то, а поближе, понял, прилететь и доплыть. Возможно такое? Но это узнавать надо уже, по факту будет. Наверное. Ты, походу, специально нашел самые дорогие билеты эконома, нахуй. Говорят, обратно не надо. Нет, мы в любом случае должны ему оплатить обратно билет. Но, бля, я говорю, туда самое дешевое, это 700 тысяч, вы понимаете? Оставить его там жить, бля. В Лондоне. Ну, тебе на суд пропустишь как раз. Я написал на любую Корею. Пропустить не надо. Не, он не скипал, не скипал.
А почему я не добавил? На первом, добавил, на первом, добавил. На первом, на первом месте. Ну вот. На. Корея. Папайя. Где она, блядь? Папуа Новая Гвинея. Папайя — это фрукт. Это а после... вот она, она. Возле Чип Новой Зеландии, да, по-моему, где-то? А, туда можно и без виз, и без всего, тоже кайф. Сколько тут, блядь, получается? 500-700, нахуй, будет. ЦЦ. Дабы... Ой, ЦЦ. Чуть не перепутал расплату, слышите? Похуй. Двадцатка ничего не решит, чат. Молдова, Приднестровье. Иди нахуй, блять. Там же стреляют. Ну, ну, а чем я хуже? Ну, блять. Ты 200 добавил, удалил, еблан. 20 украл. Ну, блять, комиссия. Нормально. Зимбабве, нормально. Работаем. Бля, я не знаю, выбор просто пиздец. Корея, Африка. А что это такое? Уага. Ну-ка, сейчас. Ты где? Это я закинул. Уага. Это Африка какая-то, да? Дугу. Да, не знаю, мне название просто понравилось. Буркина-Фасо. 40 градусов жара. Ебать. Нормально, позагорать? Нормально. Надо куда-то его в племя засунуть туда. К людоедам? Я в том, что там на туристов нападают и жрут их нахуй. Ебать, я понял. О, да-да-да, надо. Твоему айфону будут поклоняться. А вот это как такой донат? Мы фильм глянем. Фильм глянем. Крестик нажми. О, так давай, закидывай. Надо еще там, где интернет точно есть. Да везде интернет найти можно. Думаешь, везде есть? Да, я думаю, плюс-минус везде будет дыхабельно. Ну... Бля, Индия, бля. Дыхабельно не факт. Да-да-да. Если куда-то его в Африку засунут, в какое-то, блядь, в племя реально, там же ничего не будет ловить. Говорят,
Сентинельские острова нельзя попасть вообще. Вот это. Сейчас посмотрю, брат. Да пофиг, она не выпадет все равно. Что за? Люксембург. Тоже фигня. Надо что-то такое экзотическое. Ну это ему халява вообще полная. Это да, халява да. реальная. Это я могу на автобусе доехать. Даже самолет не надо. Это ж в России, да? Какой в России? Люксембург? Я? Нет. Или Люксембург? Это Карла. Да, да, это в России. А, Йошкар-Ола, да. Ты, кстати, 4 скипнул мои. Как это? Не может быть. Unlock тогда. Это батечкина покушать. Блять. Вот у нас да, собралось 40 тысяч, это чтобы понимать, даже как будто на билет не хватит. А вот понял, Йошкар-Олу знатели? Долбоёб, ты что думаешь, мы настолько тупые, не знаем, что это нахуй? Смотри, чё, куда знать. Где? Вот. Умный, сука, я не знаю, что это. Ты не знаешь? Я тоже. Это у нас, как говорится, на... Или это не то, нахуй, еще долбоёбы? Эритрея это не то, это наверное, просто же подумал. Это я подумал, что это... А это страна какая-то. Потому что это ресторан какой-то или что, блядь? Ресторан там ниже. Я подумал, что это... Эритрея там эти, там ладно, в Африку тебе в любое место в Африке можно. Блядь. Ну вообще, там многие, Костыч, там есть... Там большинство стран доступны. Я думал, это, блядь, Словак, это, блядь... О боже, вот они стримеры. На мне не наливать, походу, уже, слышь? А, ебать, блядь. Зимбабве еще не начинали, реально. Хрень. Подожди. Сомали. Да я не знаю, вот можно Сомали, ли туда, да. Я не понимаю. Ко, в Сирию? Да. Нет, Сентинельские острова. Мне кажется, нет. А Йемен можно? Да. Это чё, Кость? Сургут. В Сирию надо визу. Саудовская Аравия снизу. Да, посмотрел. Канада. В Канаду он не может. Да, в Канаду нельзя. Ну, за сколько дней? Тоже за 5 дней. За 5 дней. Канаду? Угу. Канадская там... виза за 5 дней? Ну, да. У него плюс какой-то там шенгенский. Меня... Где скипнул 5 тысяч? Где скипнул 5 тысяч? Вот просто, вот у меня вопрос. Наебывает, походу. Нажмите на стрелочку в рандомный вариант донат, который не подходит. Чат заспамьте. Бля, кстати, реально, можно просто вот так... Просто к рандомному ну добавлять. Да, да. Типа, который не подходит, просто... Куда добавилось? Повезло, короче, нормально. Дыхабельное что-то. Остров Елены какой-то. Угу. Тоже добавлю. Вадь, было. Так было, а куда? Куда оно было? Уже 5000 в карман засунули, ребят. Успокойтесь. Так называю. А, он ничего не написал. Он нихуя не написал, потому что. А, блять. Ну куда мне его добавить, как мне понять, куда? Ваканда, блять. Тут? Куда это ему? В Марвел, блять? А это на фильм задонатили. Ладно. Вопросов нет, нахуй. Ладно, Водос, закинь от меня 30-ку в эту, в шестую страну. Я тебе на крипту скину. Угу. В шестую? Да. В шестую. Найк. Женщина. Поздравляю. Понятно, уже куда ты летишь, блядь. Нет, не работает. Не, еще не факт. Ну это, кстати, да, первые места редко падают. Какой большой. 42%. А, просто... А там... племен этих людоедов. Я только их боюсь почему-то. Меня ТикТок напугал, пиздец. Нормально. Подружишься. Ну а чё, я... А я смогу с ними, интересно, как-то? Конечно. Ну, будешь на, на русском будешь им вещать. Я чё за хрень? Зашибись. И как добраться оттуда? Далеко лететь, как будто даже. Ну, так вот, там это? Что-то справа есть. А правее это чё? Здоровая тварь какая-то. Вот если до тут долететь, а потом на подводной лодке, хуй знает, что ему делать. Что это такое? Я не ебу, что это тут. Непонятно, посмотри, тут даже не написано, что это. А что за цифры 4? На этом далеком острове живут народ,
отказываюсь вступать в контакт с миром. А, я, кстати, смотрел видос, типа, на ютубе, что, типа, челы там... Охуенно. Что они вообще не разговаривают. У меня самолет прилетит, этот самый, меня с лука обстреляют, блядь. Так они реально копьями кидаются вертолеты. Типа, такая хуйня. Есть такая хуйня. Ну, только с гидом. Флат, пишет, туда нельзя попасть. Ну, туда реально нельзя. Мне кажется, вообще никому нельзя. Там охраняемая зона. Там челы копьями ебашут. С лука обстреляют. Зашибись. На конях выскакивают. Глеб, ты выйдешь на контакт? Ну я-то попытаюсь. Ну зато W дал контента. Ушел. Последний стрим. Выйдешь, Глеб. Нет, моя цель попытаться, ваша цель меня похоронить, походу, я хуй знает. Я-то чё? Знаешь, попытка я не знаю, как он туда поедет? Куда? Это неважно как. 5К донатили. А где он? У нас его нет. Так разве туда нельзя? Да нет, и можно, но просто прикол в том, что можно, его могут прибить сразу. За что? В смысле, там же это, стрельба, все дела. Где? Нет, там вообще ноль сейф плейса. Нет, там есть нормальные места. Сейф плейса. Там и точка возрождения есть. Тогда удалим это. Сентинель не дадут заехать. Это противозаконно, потому что мне думают все. Ну, короче, убираем это нахуй. Глеб, у тебя есть теплые носки? Серёг, видишь, у тебя еще нормальный вариант. Как тебе перед поездкой надо сохраниться, как в игре, слышишь? Да. А где у меня респаун? Погоди, я кидал 5К, который ты скипнул. Вот еще туда же. Ух ты, блядь. Чего? О, нормас, Глеб, я к тебе подлечу. 67, так что... Глеб, нормас, нормас. Тёплые носки. Глеб, я тебе привезу тёплые носки. Так подожди, мы убираем отсюда. Подожди, мы убираем отсюда, получается. Я правильно понимаю? Мы убираем отсюда, добавляем вот это. И сюда добавляем еще. Добавляем сюда еще. Получается, короче, 10 тысяч ставим просто. Да? Просто 10 тысяч ставим. Или там свой какой-то язык. Только мне интересно, даже загуглить, что это такое. Ой, мяку. Бля, подожди, сука, сложно нахуй. Ебать, там еще жара. Где ты вообще находится? Там сейчас плюс 25 пишут. Так там сейчас жара, вы че, рофлите? А, нихуя, это в правой стороне России. Ой, бля, тело храбрых, нахуй, да, был фильм. Да, на рандом, давай. Так, убираем, короче, тогда. Когда крантон. Убираем нахуй, короче. Наоборот. А потом можно аукцион на надгробие, типа там красиво, гроб из дерева. Убираем, короче, мы его нахуй. Мина остро. Откатать батика. Бля. Вариант у тебя, короче, хороший, как будто. Слушай, ну 86 тысяч. Слушай, еще дыхабельно более-менее. Дыхабельно. Ну вот если третье выпадет, ебать, там сложно добраться до него. А что там? А там... минус 67, блядь. Там еще и город маленький такой. Погоди. Ты посмотри на капу, он там замерз за миллисекунду, у него вообще нахуй ноль тепла в теле. После стрима пойду Макдональдсом отпраздную эту хуйню. Так стоп. Так стоп, тут же сейчас жара, по-любому же там жара. Да, там, зима, там плюс 23, алло, блядь. Мы ждем зиму, блядь. На полгода переносим, похуй. Блядь. Надо его в Атлантиду отправить. Затонувший. Ну, пускай ищу там. Ты захлебнулся там? Я сохранил. Просто с маской вот этой трубкой. С этим, с аквалангом. Да нет, без акваланга пускай ищет. Так, на ход ноги. Это плавки надо делать. Надеюсь, нашкребем. Да хуй пойми. На поминке. Ладно. Рандом. Капа говорит, ну я буду экономить. Я все, блядь, себе нахуй оставлю, блядь. 50 тысяч закинули нахуй. Давай к рандом. Нет, короче, это не, не надо. Не, опасности нам не нужны, ребят. Как?
Не, просто, просто в меру, ну, адекватности тоже. Не, мы в любом случае все сейвово будет. Капаю, я уже пожалел, что я 30-ку туда закинул. Мне кажется, первая не выпадет почему-то. Не выпадет, скорее всего. Мне тоже такое ощущение. Мне тоже не верится. Эти варианты. Видишь, миллиардеры все спят. Время неподходящее. Ладно, вроде, ладно, походу. Мы... Если бы мы скилл заток отправляли, ебать, там мы бы позакидывали. Да ты чё, скилл бы никуда не согласился, блядь. Там бы стрижевой выпал. Может, Омск к Зарку чисто в гости? Или где Зарк живет, я забыл. Боже, вариант хороший. Челябинск. Он в Челябинск или Воронеж, что-то такое, нет? Так. Там опаздывание какое-то, там как в Африке. Ну, Каракас, кстати, прикольно, уже изведанная тема. Да, уже там были, надо что-то такое, что где еще не были. Чтобы интереснее было. Почему закрыт северный? В 2006 году двое индийских моряков причалили к берегу и были убиты. Я бы в Сомали к этим пиратам устроился на корабль. Ебать, мы бы там по этот... Не-не, ну его нахуй, нет, такое, блядь, уберем нахуй. Такое не будем. Давайте вместо вот этого что-то сделаем. 1, 2, 4, 5, он же по-любому выпадет. Не бой ферст мессель, за что? Что? Это мыс уже у тебя, блядь, Глеб. А если там Чечня выпадет, реально? Чечня круто. Не сильно рад, что-то. Что-то я испугал, Саш. То есть, вот это все его не пугает. Не пугает. Вот одна хуйня пугает. Нашли где-то слабое место. Это нахуй, что это такое? Где у нас Чили? У нас Чили есть? Не, вроде. Не, нету вроде. Чили прикольно. Бля, вот это что? Короче, не знаю, что это. Бульмени чиназа с крандома. Это именно страна какая-то. Пора доехать в Чечню. Сука, можно погромче? Бля, ну хотя бы на один билет накопите. Тут, блядь, на один билет не хватит. Тут мне надо будет билет покупать, блядь. Тут только на автобус нахуй хватает сейчас. На мост. Ну все. Ай, блядь. 150 тысяч. Ну, кстати, 150 тысяч плюс-минус на любой билет хватит. На второй просто я добавлю все. А второй не будем брать, пускай сам доберется. Ну чё, готов? Так, сколько там у нас штук? Сколько у нас штук их? Что он там? Зада показывается. И вниз-вниз пролистать. Короче, сначала 3, по 3 секунды, да, буквально? Да по секунде ставь, ты чё? Давай по секунде. Лена. Вот только выбывание нажми. Так, выбывание по секунде. А, ну тут пишет. Все, погнали. Чё, ты готов? Скоро не просят. Бля, я ж понимаю, ты просто, по сути, ты просто надеешься на единственное. Просто на единственное. Я надеюсь на Африку. На Южную Америку. Так. Надо подобрать... достойную аватарку в центре, которая сейчас не особо лол выглядишь. Вот такой. Чуть грустней. Чуть грустней. 20 секунд. На веселом буду. Птичка, не, выбывание. В смысле, выбывание с моим парнем. Да, погнали. Какой классик. Ох ты. Что, Баку? Ну мы что-то в топ-5, так что мы заметим, думаю, что вылетит. Минс Ирландия. На Москву. А вот это... Бангладеш. Бля, в Бангладеш не полетишь. Зимбабве. К сожалению. Новая Зеландия. К
Корейские острова. Здесь бы Африка не улетала никуда. Там коровы это... хуя? Без коровы.
Давай. Рыбачи. Давай пока 5. А ты видишь глазами, где твое вот это, то, куда ты хочешь? Я, брат, вообще куда слеп сейчас в моменте. Меня что-то, по-моему, начал крутить, и у меня прям сердце, по-моему, забегало. Да вот, рядышком он, в сердечке. Блядь, там близко было. Там проебы чуть-чуть. Проеб, магнитом бы как-то. Ну ладно. А он троллит тебя, слышишь, Глеб? Вот это колесо. Давай, что-то по 7 до 10. Нормально, нормально, нормально. Еще пока держимся, чат. Бля, как он троллит тебя? Сливайся, пока не поздно. Не-не, слово дал, слово держу. Подожди, давай. Поле чудес. От этого не уйти. Поле чудес дадим. А то уже начинается крутилово, да, здесь похлад. Глазами видишь, какой цвет? Оп! Опять рядом. Забежи каждый раз левее. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, пятница, в эфире. С такими темпами, если он не выпадет, сам поедешь. Чуть-чуть не доехали буквально. Чуть-чуть маленький такой, не доезд. Да. Я говорю, сектор приз. 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 Да. Смотри, кстати, как идет. Больше не будет. Нет, не будет. Приз в студию. Let Charlie know I remember it. Интересно. Таджикистан, Петербург, Перу. Было интересно. Красный про. Ой. Ой, блядь. Ой, братан. Чел, ну поход подбегает. После такой хуйни. Тут подкрутили, походу, блядь. Там плюнуть просто, дунуть и все. Говорим слово. Хоть букву. Да уже, походу, тут все понятно. Не, наоборот, приедь розовым каким-то. Розовым приедь каким-то, да. Оп. О! Да! Ой, нет, о! Блядь. О, ебать. Бля, реально упало 50 евро. Слушай, так если что, сейчас топ-1, это тоже Россия. Маленькая вот эта, вот этот город. Там где-то зимой писали минус 60. Подожди, это не стан я сейчас. Дагестан держимся. Как будто он выбывает. Блядь. Самое главное, чтобы вот это выпало. А там еще Таджикистан, кстати. Ну нет, он идет. Вот он как будто, вот он идет. Вот он и несется у нас. Смотри, реально. Смотри.
только чтобы этот амням ушел. Подожди, ну а что там? Что там осталось? Подожди. Ну вот это самый большой процент, который минус 60 зимой. Вот это нам, чтобы вот это лево. Подарки в студию! Минус. Вот ты ебать говоришь, самый кайф остался. Грозно, мужик, грустят, слышь, пишет. Грозно не бухает сегодня, походу. Грозно не волосы. Какая ваканда, блядь? Мне мама звонит. Не-не, мама позвонит. Мама тоже хочет путевочку. Мама, походу, про грозу сказали, она охуела. Не, ну что такое? Ко мне. Мюнхенский аэропорт. Пойди, что у тебя осталось? Вьетнам? Перу, Кабо-Верде и Россия. Верде. Ну вот Перу прикольно было. Ну что это Кабо-Верде? Что это, блядь? Как будто это какое-то лекарство для горла. Это тоже какая-то точка в центре, блядь. Это нормально. Атлантический океан. Заебись. Тут, походу, выпадает вот эта темка. Бля, ну аммиакон, конечно. Амапиду за мама. Вот это что? Ну это вот это, я говорю, где зимой минус 60 говорили. Так там сейчас тепло, в чем смысле? Там сейчас плюс 25, да. А давай мы на интерес просто, типа, вот вечно просто предложение, типа. И вот и на второе место, и на аммиакон этот. Что-что? Просто чтобы понял, типа, чтобы интерес не терять. Еще раз. Типа вот второе место будет, какая страна интересна, вот Перу, либо Вьетнам. И типа и туда, и в Аймякон, если он выпадет. Подожди, нам надо посмотреть. Ну вот это то, что выпало, там по сути нормальная погода сейчас. Ну да, да. Maybe типа на второе место как-то. Ох, ебать, ты бы знал только где это. Это везде этот самый, правда. Ну да, там 16 градусов. Пожалуйста, туда можно просто долететь? Это вы про какую? Это а про... Там особо, наверное, делать нечего. Понял бы, там неинтересно.
ехать еще 33 часа на машине. Так это ебать контента. Сидеть на попе ровно. Окей. А во Вьетнаме, прикинь, туда брат, побежал, тебе, туда побежал. Тебе 33 часа потом назад ехать до Якутска, чтобы лететь. Брат, я на автобусе. То есть ты проведешь, ты по сути проведешь 3-3 суток практически. Просто сидя на жопе. Не, в этом нет проблемы. Проблема для меня в том, что там никуда не особо интересно. Там еще какие-то дороги, там еще дорог нет. И тебе придется... Я вот этого не понимаю, смотри. Сейчас я покажу на стриме. Смотри. Смотрю. Вот, видно? Да, да. Смотри, тут видишь, дорог нет. И тебе придется вот такой круг делать, чтобы туда доехать, видишь? Ну, на че, хуйнем и все. И там 100% интернета нет. Да, вот, кстати, по поводу интернета, да. Ну. Так там 100% интернета нет. Вот это да, вот это минус, что, скорее всего, там нет интернета. Там пишет, что с интернетом тяжеловато, кто-то был там на вахте. Ну, сюда ему лететь 6,5 часов, типа, халява. Сюда долетит, ну, из Москвы, типа. В Москву ему лететь час плюс 3,5, плюс Якутск 6,5. А потом ему просто потратить 33 часа, чтобы доехать до сюда. Да, Вьетнам, мы в Вьетнам, реально. Типа, победил и все. Ну, Вьетнам это пиздец контента нужен. Да, можно в Грозный его отправить в любом случае. Нет, ну если делать. Не, ну если делать рерол, то надо фуловый рерол делать. Ну а попробуй роллинг, да прикинь, если вылетит. Да в чем смысл? Не вылетит, как будто. Блять, у нас случается. Да не. Ну, типа, это удалять тогда, или что? Или чтоб чел поменял просто вот это на что-то. Кстати. Одно что он поменяет, сейчас как будто чела не найдешь этого. У тебя... Не, стой, а у тебя... Знаешь, что да, просят? Может реально рерольнуть? Может рерольнуть на обычном? Типа да, один да, прокрут. Да, да, среди да. всего да. один прокрут. Попробуй. Да, ну вот ты готов? Прости, ты готов? Ну... Второй шанс для Грозного, W. Бля, ну... Все кулачки держим. Ну можно... Ну по сути чел закинул... Тут просто он по приколу нашел эту точку и просто ее закинул. В любом случае. Чек ТГ тебе флафик пишет. Мне? Там нет интернета вообще, ближайшие 200 километров. Я тоже думаю, что там нет интернета вообще. А, понял, там пробили карту этой, интернета. А, как это? Ну, все, я уверен, что ты плохо. Где-то вот тут пропадешь, и все, типа. Дай бог, через 6 дней тебе уедешь. Кинули карту покрытия интернета, там нет интернета. Просто обычку ебашь. А, это все. Просто самая холодная точка, я понял. Короче, написали, это самая А, чел точка. Загуглил просто и все, да. Просто прикол в том, что, видишь, они думали, что там сейчас минус 65, поэтому они туда тебя отправили. А там сейчас плюс 26. Че толку туда приедешь? Ну, и делай там фотку нечего, и уедешь? Там делать нечего. Не, вот как будто один прокрут на обычке. Это делаем один прокрут. Да, делай. Че они кидают? Да. Вот эту картинку. Капа. Сейчас посмотрим. Аэропорт, ой, мя... Там просто мужик после разбитого дома, написано аэропорт. Блядь, ну... Ходу он мне на ротан накинет. Как будто... Так он тебе... Это 509-й житель, нормально. Вы уверены? Да, это нормально. Но он не долетит сюда, в чем смысл? Да долететь долечу, делать нехуй там. Вот делать реально нехуй. У нас же суть в чем? Пиздец интересно что-то, в любую страну вообще, поебать. Ну готов тогда на один прокрут, если мы вот это... Но мы его убираем, получается, удаляем сейчас, выходим, удаляем. А что делаем тогда? Куда вот эти бабки? Докрути. Ну если чел может давай написать. Давай я докручу, окей, 5 секунд. Ну как, в любом случае чела не найдет. А, 5 секунд? Ну в чем смысл? Ну вот. Вы же этого чела не найдете, который деньги кидал в любом случае. Он там, типа, если даже захочет что-то поменять, то вряд ли уже. Тут 10 тысяч, что вы понимали. Это так-то 7%. Нихуя.
А если найти чувака, который кидал на это, и у него спросить, на что бы он перейдет? Да как будто не найдете вы его. Ну вот, да. Человек не донат, он написал, он не выпишет. А ну-ка. Где? Что он написал? В донатах, наверное, а, вот. В самом. Бля, да. Ну видишь, он грозный. Он грозный. Короче, что там, один ролл просто? Давай, крути, баран. Ну, один ролл, это, кстати, любая хуйня может выпасть. Да, да. Да я добавляю? Да, и удаляешь. Ну, давай, похуй, ладно. И удалить. Поехали. Давай, похуй, вот эти все добавим. Чисто для прикола. Давай, обычное. 63 секунды. Сколько там, четверть на Грозный? Ну, кстати, не так много. Угу. Тут вообще любая хуйня может выпасть. Готов? Давай, брат, давай. Давай, включаем еще раз поле чудес. Так, обычно крутить все вроде правильно. Все, погнали. Ну, дай давай, бог, удачники. Ох, блядь, ну... Сука, ради бога! Ради Иисуса Христа! Слышь! И выпади, Грозный. Нет. Стой, привет, Атлантида выпадет, блядь. Еще один рерол, я представляю. Атлантида будет. Поедешь искать. Там копьями закидаешь. Сейчас начнет замедляться, ебать стрёмно будет. Я дышать буду перестал. Вот это пугает. За Грозный помолитесь сейчас. Ой-о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 й. Не надо. Сейчас страшно. Он как будто не доедет. А сейчас наоборот. Непонятно, сейчас бля, непонятно. Бля. Не, как будто доедет. Как будто да. Нет? Бля, хуйня за 100? Блять, он не докрутится. А, нет, аука. Да. Я говорю, все, мать моя выпала нахуй. Бога, дугу. Чипс, а ты как выбирал? Нет, не бать. Блять, приз, студио. Это радуга какая-то, что это? Ты вень, да, я вень. Вообще охуенно будто. Будто заебись. Нормально, не минус 5к хотя бы. Не, будто без статки бы упало. Давай тоже посмотрю. Там одно здание телевизор. Да нет, это большая статья. Нет, там большой, миллион, да. Миллион жителей. Так, какое сегодня число? 23-е. 23-е. Виза, которая 5 дней или которая... Которая африканская. Но лететь долго. Смотрите, 600 очков, смотрим на меня, говорим слово. Хоть букву. Ну, самый дешевый билет 60 тысяч, кстати, халява, слышишь? Ну, две стороны. А чего вы сейчас кидаете? Ну, понятно. А там этот? Лепчик. Аук на задание. Бля, ну это как будто не сейчас тогда уже делать. Ну, точно не сейчас. Да. Подожди, а что с визой-то? А что с визой, реально? Что с визой? Давайте решим, что с визой. Буркина Фасо. Написано, нужна виза. Для всех в мире. Угу. Серьезно, страна, видимо. Ну, серьезная, получается. А, пишут онлайн-виза какая-то. Буркина Фасо. Не очень кидают чат, слышь? Ну а зачем вы такой донатите, раз там такой? Скиллзор, это ты задоначил! Это Чипс, это Чипс. Там пишет, переворот был 2 месяца назад. Чипс, это что? Пишет, во-первых, во-вторых, я откуда знаю, по-нормальному. Мне какая разница, блядь, что там было, нахуй. Я просто донатил по названию. Мне понравилось название. Радугу, да, похоже? Если там опасно, мы туда в любом случае тебя не отправляем. В любом случае. Нет, смотря как опасно. Нет. Опасно убью.
Не-не-не-не, в любом случае, если опасна херня. Я сейчас на Грозный передоначу. Ну, что у тебя, что это игра? Не нанесется. Ну, что получается, в Грозный едешь. Один ролл. Все, удаляем, удаляем это. Еще раз. Нет, нам в любом случае нельзя туда, где опасно. Вы же это понимаете своей головой. А там реально переворот какой-то сейчас, да? Да, да. Не, если там сейчас переворот, конечно, то, наверное, не очень. КЗ, может, подмажешься, там в правительство еще встанешь. Скрывается пригод, ты вообще? Вероятность есть такая. Ладно, удаляем. Еще один ролл, да? Да, еще один. Дай бог, до Грозного тогда идем. Бля, давай. Давай, все. Мы в любом случае должны отправить туда, где норм, чтобы у нас никаких потом проблем не было. Подожди, что у нас за полицейс? Ладно, давайте. Граждане России могут отправиться в группу. Погнали. Все, в любом случае, все, мы крутим. Удалили. Минус чипса 5000. Сгорели. Нет, туда, куда опасно, мы не думаем. Не лоу. Не надо такое. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, пятница, в эфире подписал шоу «Поле чудес», как обычно, под аплодисменты зрительного зала, я приглашаю в студию первую тройку игроков, первая тройка в студию! Потому что вы надонатили чего-то много непонятного, и нам теперь приходится из этого реролить, потому что мы все делаем максимально спонтанно. Хуйня за... Да, фигня какая-то упадет. Хуйня, щепки сейчас какие-то упадут. Да. Да, пиздец, что упадет там? О! Блять! О! Вот это вроде норм. Это норм вроде. Я бы ресектор приз. Это же очень далеко. Приз. Ну, идея... Но не, это но вроде... Ну, это вроде норм. Это Африка вроде, нет? Это возле Австралии. Нет. Это очень далеко. Это... И виза не нужна. И там вроде все норм. И виза не нужна. Подожди. Это возле Австралии, да. Проблема это очень далеко. В билетах. Это далеко. Ладно, смотрим, да. Сколько стоят билеты. Ты что, ну, тысяч... наверное? Нет, 1200. 200 чем-то. Там. Там. И лететь тебе, наверное, сутки, наверное, какие-то. Лететь-то похуй. Ну подожди, кстати, 132 тысячи? Угу. Угу. Погоди, надо вот так сделать. Папуа. То есть сразу гуглю. Племена людоедов. Папуа. Да, а почему побывать у людоедов и выжить. Охуенно. Каннибализм в Папуа-Новой Гвинее. Людоеды, живущие на деревьях. Бля, ну... Не, нормалдые, в принципе. А прямых? А, ну понятно, что прямых нет. История Жив. Белорусского путешественника, которого съели. У них, если что... Ух, блядь, нихуя. О, так у них это, вулканы. Так, блин, а там Орел и Решка был. Ну, выжили каждый. После этого они просто Орел, правильно понимаю? Ой, что такое? Чего они тощие такие? Ну я не знаю, но мы так ничего не выберем. Нет, почему? Так это же норм, это норм. Так это норм же выполня. О, Орел и Решка смотрим, ребят, персонажи. На месте все дешево. Так смотри, как классно, все дешево еще причем. На $100 выживешь, Глеб? А там, ну, посмотрим, как будет. Как будто можно и за 10. Там за 10. Я бы в какой-то бы деревушке, понял, пожил такой прям. Ну, в деревушке как раз к тебе слопали, думаю. Ну смотри. Тут единственное, вопрос только с билетами, а все остальное как будто... Да, с билетами норм. Ну смотри, ты даже можешь полететь Катаром. Кем? Катар Airways, это типа супер топ. Да, это хороший. Это супер топ вообще. Ну не Аэрофлот, конечно, тоже пойдет. Так это заебись как будто бы, да? Да, 132 тысячи стоит билет. Это норм вообще. Сумма, конечно, заоблачная. Лететь... В
Так, в полете ты будешь... В пути, точнее, один день, 5 часов. Ага. Ну, это надо. Пересадка? Ну, это с пересадкой, да, наверное? Ну, да. Пересадка, да. У тебя в Дохе пересадка. Это Катар. Это ж... И ага. Потом у тебя в Сингапуре пересадка. Ага. И в 5 утра ты прибываешь по местному времени. А это завтра вылетать, да? Или когда? Сейчас, подожди, нам надо понять, ты ж туда можешь без проблем попасть? Написано... Требуется виза, он люди пишет. Электронная виза написана. По идее, я могу прямо сейчас ее, типа, сделать. По идее. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Электронная виза на 30 дней. Вадим, а ты на какое число смотришь билеты? На 24. 60 евро стоит тут... виза электронная. Да у меня потому что билеты только в июле показываются. Нет, ага. Вот в июне, вот завтра. У меня в июле только. Да что такое? Бля, посмотри, что они кидают. И что нам делать? Что я еще посмотрю? Людей едят, походу, или что? Не, если едят, нормально. Это норм вариант, да, будто норм вариант. Будто правда норм. Да ладно. Подгрузит ногу, вторая есть. И тут типа электронная виза, понял, сделать можно прямо сейчас, по идее. Там какие-то. Мне скинули риски. Высокие риски, низкие риски. Риски. Риски чего, я извиняюсь. Общий риск. Падение самолета, я хуй знаю. Посещение здесь не забудь. А, вот, да, реально. А, нет, стоп. Мне почему-то 28 июля все показывает. Ну. Ближайший билет с Вены. Что мы делаем? Получаем электронную визу, летим? Да. Yes, если yes. Билеты есть. Вот такая. Билеты есть, да. А, ну все тогда. Риск карманников. Ну просто в карманах ничего не будем держать. Вот смотри, я захожу на сайт их правительства, и тут прям на сайте визу заполняешь, и... Чувак, нет, поверьте, тут все наоборот. Из-за того, что Новая Гвинея находится на краю географии, туристы сюда долетают редко. Не та Гвинея. Как не та? Папа, у тебя какую-то папу-папу-па. Это... Нам такая не нужна. Это оно. Это оно. Оно не оно. Пишут не оно. Новая Гвинея, папу... А, стоп. Другая, походу. Это другая, походу. Новая Гвинея. Папуа. Надо папу-пу-пу-па, папу-па. Папуа надо. Это оно, да? Оно, все это оно. Пишут. Да, оно. Пишут оно, тогда все, чипсы. Ну все, норм есть тогда? Да, тогда да. Будто заебись. Ну что тогда? Че вы выебываетесь? Ой, там красиво. Там ну, чисто, ебать. И все, билеты берем и катит. Че, хочешь я визу прям сейчас заполню электронную? Сейчас, подожди, пишет. Серьезный вес, да. Прям там какие-то плохие штуки пишут, блядь. Страшно. Там вулкан извергся, что мне? Нормально, да зонтик возьмет просто. Чат, вам не зонтик, зонтик. Что там он, блядь? Прибьёт меня вулкана, да нет? Да, так мне кажется, нет, новости чат, везде будет, можно найти. Да, он будет в нормальном, если что, типа отеле, да, там, да. В любом случае.
Дождевик еще будет. И зонтик с собой возьмет. Не беспокойтесь. Бля, я просто уверен, что если сейчас любая страна будет выигрывать, вы что-то будете находить. Да, да. Да в любой можно найти. Ребят, найдите информацию про Грозный, пожалуйста. Нет, там только сердечки будут спамить. Так, начните резко в чате писать что-то хорошее про Новую Гвинею. Там по-любому же есть что-то хорошее. Топ 10 хороших фактов. Там красиво. Спасибо. Я был, там вон Анивей, он никогда хуйни никакой не скажет. Он, мне кажется, обманул, как будто бы сейчас. Не-не-не-не-не, он там жил. 3 года. Да. Шлюхи дешевые. О! Вать! А можно чуть-чуть из банка на проституток потратить? Можно, можно. Так и все, я визу заполняю, короче. Че там? Топ-2 по преступности, это ж плюс. Ну плюс, не топ-1. Да нет, ну это неправда. Вон Бангладеш, ребята, летят, и все, норм. Ну не факт, что они долетят обратно. Дай мне свой ТГ, Капа. Скинь мне дискорд свой ТГ. Факт номер 8. Здесь мало хороших дорог, но много аэродромов. Вот, все. Говорит, какая разница, какой это лист, там жить сейчас нельзя из-за пепла. Ну, я скинул. Блядь, скинул. А чё мне пепел? Кто я, блядь, из сахара сделанный, нет? Мы им покажем наших, блядь. Ну так, сказать, австрийских. Бля, ебать, там видос кидаю. Только видос посмотрим. 3,5 километра сейчас за $11. Но у меня нет другого выхода. Паром отправляется. Не знаю, вот он, видите, едет, балдеет. Как-то жестко даже. Смотри, ебать, какие. Токсички, да. Просто пчелки какие-то. Увидеть настоящее чудо света. Я отправляю жить в племя бывших каннибалов. А прикинь, я реально засниму на видео извержение вулкана. Где еще такое будет? Я увидел, хом. Бывших написано. Так нет, норм же здесь. Ну здесь был Орел и Решка, значит здесь все нормально, хорошо. Да, нормально. Да, я да забей ты, забей. Все, просто берите билеты, все. Все, отправляем. Билеты, вот, все, так, да. Только надо понять, когда мы тебя отправляем. Завтра или послезавтра? Визу дадут. Послезавтра, типа, чтобы... Да, ты просто запомни. Да, чтобы один день был. 25 числа мы тебя отправляем. Да, чтобы собраться как-то. Да, соберешься с мыслями. Да, с мыслями я готов. Прям сейчас? А сейчас-то самолет не улетит. Самый странный, опасный. Да это не слушайте интернет, все, это все интернет. В интернете врут, все. Вот именно. Там неправда. Вот если приедет и не уедет обратно, тогда уже будет информация. А, ну как, подожди, это ж уже 23-е, ну либо 24-го, да. Короче, 24-го, край 25-го. Скорее всего, 24-го. Да, 24-го, наверное. Мне в ТГ пишут, привет, это я, Авилон, скинь мне 1000 на Сбер, я тебе тогда 150 тысяч переведу. Так, все. Так, я в ДСе мучусь. Давай. И потом зайду к вам. Точнее, напишу тебе в ТГ. Хорошо. Так. Бэ-бэ. Блять, подкаст у нас не вышел. Слышите? Подкаст у нас не вышел, но мы отправили Капу в Новую Гвинею. Пиздец. Просто типа в Новую Гвинею отправили. Ебануться, блядь. Так, короче. Всю инфу дам тогда в ТГ, получается, завтра. Завтра у нас стрим Старым Богом. Донаты будем в 20.00. В 20.00 завтра донаты.